говорим о смысле и понимании. Кажется, тема на первый взгляд необъятной. Существует такое активное злоупотребление, я бы сказал, этими понятиями. Вот. Но в действительности, если мы говорим о такой научно-гуманитарной перспективе, то эту тему изложить можно достаточно просто и компактно. Я постараюсь это сделать. Понятие смысла является ключевым для исследований культуры. И поэтому чрезвычайно важно сохранять определенного рода строгость и ясность в том, что мы под этим понимаем. И здесь, на самом деле, важно не заблудиться, да, так сказать, а найти правильную точку отсчета. Я бы сказал, что в интерпретации значения слова «смысл» существует такого рода ключевая фигура, существуют соответствующие ключевые теоретические работы, которые принадлежат великому немецкому математику, логику и философу Готлобу Фрейге. Фрейге фигура уникальная, потому что он стоит у истоков, я бы сказал, двух главных философских течений XX века. Это феноменология и аналитическая философия языка. И в этом смысле его влияние оказывается очень широким, если мы это все понимаем, правильно представляем историю и так далее. Собственно говоря, Фрейге и дал, на мой взгляд, очень точную, ясную трактовку того, что такое смысл. И, в общем, если мы не стремимся запутывать и усложнять эту проблему, это всегда возможно. А стремимся получить некоторое ясное руководство к тому, чтобы не запутаться в теме смысла, то Фрейге здесь является главной отправной точкой. Фрейге задался очень простым вопросом для своих целей. Он занимался проблемами математики, сведения математики к логике и так далее. Он задался очень простым вопросом. Можем ли мы считать наш язык осмысленным, если мы исходим из того, что знаки, слова, они просто обозначают предметы или, как он говорит, просто имеют значение? Его ответ, я не буду разворачивать аргументацию, просто отошлю к его работам, соответствующим семантическим, они крайне компактны. Его ответ звучит «нет», мы не можем рассматривать знаковую систему или знаки и символы как нечто, что просто имеет значение. То есть вот эта вот схема, означающая означаемое, она бедна и неудовлетворительна, если мы хотим понимать реальное функционирование знаков, языка и так далее. И Фрейге для того, чтобы объяснить вот эту жизнеспособность языка, вводит третью инстанцию, которую он называет смысл. А смысл в очень такой простой, но в то же время сложной формулировке Фрейге определяется как способ данности предмета. То есть смысл — это определенного рода перспектива или аспект предмета. С каждым предметом, например, реального мира, может быть связано бесконечное число смыслов. Так же, как, рассматривая любой предмет окружающего нас мира, можем видеть его в бесконечном количестве перспектив, точно таким же образом мы можем связать с ним бесконечное количество смыслов. Это первый момент. Второй момент, и это тоже часть аргументации Фрейге, заключается в том, что смысл — это не есть нечто психологическое, подвижное, субъективное. Смысл объективен. Это не перевенчивая субстанция, связанная с конкретным индивидом. В силу этой объективности смысл может быть тематизирован, изучен. Он доступен интерсубъективному традированию, интерсубъективной передаче, что открывает, как вы понимаете, как бы фундирует объективность и тех научных занятий, которые связаны с изучением смысла. Третий принципиальный момент, связанный со смыслом, заключается в том, что смысл может существовать, или смысл существует даже в том случае, если предмет, с которым связан смысл, не существует.
Опять же, трудно переоценить значение этого тезиса, учитывая то, что в исследованиях культуры мы часто имеем дело с различного рода культурными явлениями, памятниками, текстами и так далее, которые как бы связаны с фантастическими или несуществующими какими-то явлениями. То, что они не существуют, не означает, что они бессмысленны, неосмысленны, или что их нельзя объективно изучать. Эти принципиальные три столпа, я бы сказал, они, в общем, и задают некоторую принципиальную объективность и возможность исследований культуры как пространства исследования смыслов. Фрейге, правда, не дал какого-то комментированного ответа на саму механику, я бы сказал, как бы сами механизмы того, каким образом в сферу человеческого восприятия, человеческого поведения и так далее входит смысл. Более или менее конкретизированный ответ на этот вопрос мы найдем, если говорим о такой фундаментальной философско-теоретической традиции, в феноменологии. Потому что работы Фрейге для Эдмунда Гуссерля служили очень мощным импульсом, отправной точкой. И, соответственно, вот все те тезисы, которые я сейчас озвучил, вы их без труда найдете и, собственно говоря, в феноменологии Гуссерля. Гуссерль постарался понять, а что же такое вот в человеческом сознании смысл, как он там появляется, что это такое и так далее. Для этого разработан в феноменологии достаточно сложный теоретический язык, не буду на нем останавливаться, но я бы сказал, что феноменологическая традиция имеет в своем основании вот эти вот простые тезисы Фрейге, но не только Фрейге, конечно, и в школе Брентана высказывались аналогичные соображения, то есть, ну, Фрейге здесь удобен, если мы хотим компактно для себя прояснить, что такое смысл. Соответственно, в феноменологии вот это вот понятие смысла приобретает некоторый такой, как бы уже материальный, конкретный облик. То есть это связано с понятием интенциональности, это связано как бы с такими, ну, такими специальными вещами, как ноэма, да, так сказать, связано с конститутивной деятельностью сознания и так далее. Опять же, повторюсь, что гуссерльское исследование сознания – это не психологическое исследование сознания, это исследование феноменов сознания, которые являются смысловыми конструкциями, по сути говоря. Кстати говоря, ну, здесь и понятно, почему в исследованиях культуры нас не интересует природа, а интересует именно смысл. Потому что природа – это некоторые конкретные вещи, предметы, но не те смыслы, которые мы с ними связываем. Смыслы – это и есть определенного рода конструкции, конституированные человеческой активностью, человеческим сознанием, человеческим поведением и так далее. Второе понятие, которое неотъемлемым образом связано с понятием смысла, это понятие понимания. Да, потому что смысл всегда является смыслом в той мере, в какой мы его понимаем. Если мы что-то не понимаем, для нас это бессмысленно. Поэтому термин понимания – второй краеугольный камень для исследований культуры. И здесь, опять же, важно не заблудиться, не потеряться. Вот для того, чтобы, как бы, что называется, правильно войти в эту тематику, всегда нужно найти правильную отправную точку. И тут я должен сказать, что проблематизация понимания, конечно, имеет очень длительную традицию, ту, которая называется герменевтика. Да, так сказать. Проблема понимания возникает всегда там, когда мы имеем дело с конфликтом интерпретации. Этот конфликт интерпретации, как правило, связан, ну, традиционно вот в истории западной культуры со священными текстами, с юридическими проблемами, так сказать, с толкованием воли богов. Соответственно, это очень старая техника, достаточно хорошо разработанная, ну, например, в средневековой традиции очень подробно. Вот, Филон Александрийский, это, если мы говорим еще до христианской эпохи, да, так сказать, как бы Августина и так далее. Но я бы сказал, что решительная такая актуализация проблематики понимания происходит, опять же, так сказать, в XIX веке. То есть именно здесь формируется некоторый базовый набор инструментов, которые мы связываем вот со сферой понимания. Именно в XIX веке происходит некоторое
превращение техники, герменевтической техники в разработанный такой уже достаточно сложный набор инструментов гуманитарного познания. Это, кстати говоря, происходит одновременно с тем, как возникает проблема самостоятельности гуманитарного познания как такового. Потому что понятно, что сферу, которую мы называем гуманитарной, она существует давно, начиная с античных, софистических школ, но, тем не менее, вопрос о научности гуманитарного познания, о некоторой методологической самостоятельности гуманитарного познания, он возникает достаточно поздно, в середине XIX века, и здесь существует целый ряд ключевых фигур. Это, с одной стороны, в позитивистской традиции, там, Джон Стюарт Миль, вот, с другой стороны, великий методолог немецкой исторической школы Иоганн Густав Дройзен. Вот, собственно говоря, Дройзен и превращает, продолжая в этом отношении Шлейермахера, целый ряд других как бы филологов великих XIX века, превращает понимание в универсальный инструмент гуманитарного познания. Причем этот инструмент имеет отчетливо выраженный методологический характер. Именно начиная с Дройзена, гуманитарное познание, историко-гуманитарное, специфицируется как методология понимания, противопоставленная естественно-научной методологии объяснения. Вот это, собственно говоря, пара, она продолжает быть определяющей для дискуссий и в XX веке. Это не наивное противопоставление, оно достаточно сложное, оно еще, повторюсь, как бы оно имеет такой чисто методологический характер. Вот. Тем не менее, что здесь как бы принципиально, да, так сказать, как бы в этом противопоставлении, то, что рассматривая явление природы, мы можем их только объяснять, потому что нам никогда не дана их внутренняя взаимосвязь, то есть мы достраиваем эту взаимосвязь посредством объяснительных инструментов, теорий, гипотез, с привлечением математического аппарата и так далее. То есть так, как развивается нормальная наука, естественная. В гуманитарной же, в историко-гуманитарной сфере такого рода конструкции, ну, являются избыточными в силу того, что нам дана определенного рода внутренняя взаимосвязь или смысл человеческих действий. Вот, собственно говоря, задача гуманитарного познания заключается в том, чтобы этот смысл схватить, эксплицировать, объективировать, изложить и так далее. Там существует целый ряд других таких методологических спецификаций. Естественно, научное объяснение, оно всегда истинно или ложно, да, так сказать, существуют достаточно строгие границы. Гуманитарное знание разворачивается совсем иначе. С темой понимания всегда связана тема и фигура так называемого герменевтического круга. То есть это в соответствии с правилом герменевтического круга мы всегда понимаем целое из части, части из целого. Вот. И, соответственно, это движение является постоянным и должно быть постоянным, собственно говоря. Нельзя, ну, как бы написать книгу о Пушкине, которая опровергнет все предшествующие исследования Пушкина. Да, так сказать, как бы любая книга, новая книга о Пушкине что-то добавляет, расширяет в рамках вот этого герменевтического движения. То есть мы лучше понимаем какие-то черты эпохи Пушкина, какие-то обстоятельства социально-экономической, политической и так далее его жизни, и в этом смысле лучше понимаем Пушкина. И напротив, исследуя Пушкина, мы начинаем лучше понимать социально-экономические, политические и так далее детали его эпохи. Если говорить о здесь таких как бы ключевых опорных фигурах, то, конечно, помимо Дройзена и этот философ даже, и методолог гуманитарного знания даже более в этом смысле известен, это, конечно, Вильгельм Дельтей. То есть именно он стоит у истоков философской герменевтики XX века, по большому счету. Вот. И именно Дельтею принадлежит знаменитая триада переживания, выражения, понимания. Смысл этой триады заключается в том, что понимание мы достигаем всегда посредством определенного рода объективации внутренних смыслов через какие-то символические формы. Именно поэтому в исследованиях культуры, которые являются исследованием смыслов, всегда принципиальное значение имеют символические комплексы. Да?
какие-то, в широком смысле, как бы символизм. Это могут быть тексты, это могут быть артефакты, это могут быть визуальные образы, но так или иначе план выражения всегда должен быть зафиксирован. Для того, чтобы еще, вот, быть понятым, да, так сказать, должен быть объективирован. Ну, приведу очень простой пример. Мы многое думаем сами о себе, в том смысле, что, ну, например, можем считать, что мы, ну, там, интересные творческие писатели, но это внутреннее понимание, да, так сказать, как бы самовосприятие смысла никогда, ну, так сказать, как бы не получит своего завершения, если мы не объективировали это в плане выражения. То есть вы можете стать писателем, только написав книгу. И, собственно говоря, эта написанная книга позволит понять другим людям вас, и вам самому позволит понять самого себя. То есть в этом смысле план выражения, символический план, обязательно предшествует пониманию, как некоторый более или менее очевидной, фундированной процедуре. Если говорить о некоторых принципиальных изменениях в проблематике понимания после Дельтея, это, конечно, огромная традиция, тем не менее я бы сказал, что сегодня проблема понимания формулируется не как проблема исчерпывающего понимания, а принципиальная специфика проблемы понимания заключается в том, что сегодня зафиксирована как принципиальная вещь проблема непонимания. То есть именно непонимание и ограниченность нашего понимания является залогом успешной стратегии понимания. Успешной в той мере, в какой она может состояться. Если мы что-то понимаем полностью и без остатка, то понимание не удалось.